Всем-всем-всем доброго времени суток. Надеюсь, что сейчас будет у нас хорошая связь. Вот, потому что обычно у нас бывает не очень. А связи у нас тут не очень балуют, если честно. Этот VPN. Я даже вчера платную, я купила вчера за 138 юаней на 3 месяца. Она вообще не работает, вообще. Вот. Привет, красотуля. Верент Ирина. Спасибо, Ириша. Спасибо за такой комплимент. Настроение мне подняли. Спасибо вам. Ой. Ну все, давайте, мои хорошие, выберем тему и будем говорить про это. Вот, что бы вы хотели, о чем поговорить, напишите мне и поговорим. Так, так, вы красавицы, спасибо вам большое. Спасибо. Так мало народу сегодня, всего 23 человека, боже мой. А что случилось? Где все? Где народ? Ну, почти вот вообще 24 человека. Ну, как жалко. Вы прелестны. Ой, спасибо вам большое. Спасибо огромное. Прям такие комплименты. Приятные. Прекрасная улыбка. Вы умничка. Спасибо. Так. Ну, давайте выберем какую-нибудь тему. Вот, напишите, о чем вы хотели поговорить. Привет из Баку, моя дорогая, как вы? Как настроение? Чего хорошего? Все, ну, все нормально, все замечательно. Все супер. Собираюсь в Макао. А вот, завтра утром, наверное, уеду. Так, вижу отца Кирилла. Привет. Вот, напишите, пожалуйста, призовите людей, чтобы вам помогли. Напишите, отец Кирилл, вот, у вас же есть такая возможность сейчас. Вот здесь народу, правда, не так много. Обычно у меня, ну, до 200 человек бывает. А тут сегодня всего 28, потому что, ну, видимо, люди на работе или еще что-то. Или, может быть, связь такая плохая, я не знаю. Бетти знает родные языки. Я даже не знаю, какие для Бетти родные языки. То ли папин, то ли мамин. Бетти говорит только на русском пока. Ну и на английском с татой иногда. Иногда тата говорит «Бетти», а она говорит «Yes». «Yes». Такая.
Эфир исчезает периодически. Ну, это потому, что ужасная связь на улице. Такая дождь, такая ужасная, жуткая погода. Я решила поехать домой. Я не добежала до метро. А вот по дороге забежала в KFC. То, что я нашла уже, то, что это самое. Заказала себе кофе, чтобы просто так не сидеть. Хотя я вообще не хотела никакого кофе. Вот, чтобы уж не просиживать их стулья и столы тут. Просто так неудобно стало. Вот. И решила выйти в эфир. А на улице прям вот небо спускается. Очень сильный, прям жуткий дождь. А вот. Жду, когда перестанет и поеду домой. Вот. Добрый день, добрый день. Спасибо большое вам. От Ларисы пришло 6 тысяч рублей. Спасибо большое. Вот. Ну вот, деткам в помощь. Дай Бог, чтобы это доходило все в цель, попадало. И я вам очень верю, отец Кирилл, и очень надеюсь, что у вас все получится. Я очень надеюсь на это. У нас с вами все получится. У нас с вами все получится. Это дело времени. Я приеду, мы обязательно с вами встретимся. А вот. И чем смогу, обязательно поддержу и подтяну тех людей, которых надо будет, и которые действительно сердобольные, которые действительно не будут оставаться, вы знаете, на стороне, которые не. Главное, чтобы они понимали, что это все правда, это все порядочно, это все честно. А все остальное, как бы, все сделаем. Как фарфор посмотрели? Посмотрела вчера. У меня очень плохая была связь, не смогла зайти. Ой, посмотрела. Я нашла вот шикарные вещи, прям шикарные тарелки, там вазы нереальные. Вот. Добрый день. Добрый день, покаж. А что покаж? Зара, Зара. Зара, Зара, привет, привет. 15-15. Привет, привет. На, покажите кольцо. А, кольцо. Вот кольцо. Кольцо, кольцо. Здесь красные глазки. О, такая хорошенькая. Зависает, жаль. Жаль, что зависает. Очень жаль. А Марина карандаш отправила на Краснодар, а то мне ждать или нет. Ой, Нелечка, напишите мне в личку, потому что я не могу понять, кто вы. Вот когда я переписку прочитаю, я пойму. Если до вас не дошло, конечно, я позвоню. О, Саша здесь, Сашу увидела. Позвоню Карине, она вам отправит еще раз. Вот, созвоните с ней. Я, наоборот, я скину вам номер Карины, вы позвоните Карине и решите там вопрос. Вот. Угу. Илона Алтехова. Привет, Илона.